Все, всем удачи. А че Егор так на удачи, 21? Пусть победит слабейший, погнали. У Егора фальстарт, кстати. Осуждаем фальстарты. Так, все. Секундомер. Он еще и стал, кстати, не на 21, а на 18. Или какой там был. Так. Осуждаем. Я запускаю таблицу. Жми, бесит чилы, которые на полсекунды фальстары делают. Главное, чтобы тревогу не ебанули во время гонки. Это Тима. Какая разница, Дима? Главное, чтобы вообще больше не было этих тревог. Да, какая разница, Белка, ты сидишь спокойно, а он на очки сидит. Я тебе сказал, какая разница на эти кубики. Ты даже дослушать не можешь говорить. Ты не говорил этого. Я сказал, ты меня перебил. Давайте не будем сраться. А можете, Сендер и Варва, можете замутить Apple Admin сейчас, пожалуйста? В смысле, прям замучить на серваке? Меня замучить. Нет, прям тебя замучить. А. Кого? А кто возмущается, если ты будешь? Я не слышу, если что, белофорку почему-то. А, так вы замучите. Боже. А, окей. Много Павла Пуртова. По приказу Павла Пуртова я... Если что, я этот... Рабочий просто. Сколько круг? Примерно. 5-6. О, сколько эстонцев, ребята, давайте, вы сможете. Наверное. Возможно. Капитан верит в своих сокомандников. У кого разные палки, у тех не лагает, типа, точнее, не моделька. У кого эстонский флаг, тот плюс 5 к стиле и плюс 10 к ветру. Ой, минус 10. 5 миллионов мощи. Так, ладно. Давайте викинги какие-то получаются. Я здесь стану. Вот где-то... если я буду ковры называть, когда вы будете мостик этот с желтой шерстью пробегать, нормально будет? Вполне. Да. Да, окей, все, хорошо. Лайтерс тоже не знаешь, какой группе бежит. Ну я где-то в середине, наверное. Я тоже в середине бежу. Я немножко ниже середины. Да, я первый с отрывом бежит по палкам, чисто узнал. Я открыл таблицу, Саша, мне с телефона открыл. Я с таблицы продиктую. Ой, Ваня, через 10 секунд оканчивается. Да, я бегу уже. Не ты один. Ты сам просил Белку не возмущать. 25-й стартовал. Нет, да, он просто... тоже, Ваня, закончился. Ой, я с Белкой, с Егой бегу, что? Я прямо за Костей бегу. А, это не Белка, это Карт был. Вы еще льды не проходили. А почему у меня 40 FPS? 25 человек. Фокин в людях споткнулся. Яга, ты где бежишь? Я за люксом. Яга за люксом. Блин, вас бы найти на трассе, вы же щельды не прошли. Яга первый из пиндоса бежит. Вот тупо фан, не тыкай. Это ко мне то... Так, буду считать, что это Куга написал ко мне ТП. Да, он так и написал. Все, отлично. А, я чуть-чуть не долетел, серьезно? Ладно. Whatever. Так, никого нет, кому надо в чат написать промахи? Ой, промахи. Коврики? Ковры, да. Нет, вроде. Ну. Все вроде здесь в городе. Окей, это хорошо. Так, у нас тут... Нужен второй КТ, ё-моё. Я уже забыл, какого у меня старта номер был. Попал. Вадим, хорош. Я тоже. Не, я вспомнил. 25-й. А, не, я давай, тоже вспомнил. 25 хорошее число. Вадик 13, я 14. 13 еще лучше число. Вадик, я чисто по Вадиму вспомнил. Забор запнулся. Я не буду говорить, почему я так далеко. А там льды восстановили или там уже другие? Там... Там типа... Те же, которые в миксте? Нет, там просто, когда освещали трассу, льды пострадали. Я вот прочь. А, латыпофан чистит ковры. Так, все, я на свой пост, короче... Только потом вот типа фан, когда все отстреляют. Да, когда не сразу. Мы тебе скажем, наверное, скажем. Ух, как же я льды проигрываю всем, парни. Вы даже себе не представляете. Капец, мути на льдах. Может, за кругами посмотреть. Я говорю. А на подъеме что-то не очень. Так, блин, я Тиме забыл траектории. Так, вы уже с минут на минуту тут уже будете. Мы уже спускаемся. Я понимаю, да, ну, образно говорю, с минут на минуту. Так, ладно, рано. Еще 2 секунды.
Да может быть, все, погнали. Говори по стартовым. Первый Белофорка, второй Филипек, третий Моки, четвертый Устюков, пятый Дед, шестой Люксор, седьмой Фукард, восьмой Лейзи, девятый Фурхантер, десятый Сосвокин, одиннадцатый Фокси, двенадцатый Тимофей, Тимофеш, тринадцатый Эклектик Ифан, Фоксович, пятнадцатый Дора, шестнадцатый Его, семнадцатый Антоникс, восемнадцатый Хана Монтана, девятнадцатый Кристо Маквиль, двадцатый Кирюха 6, 21-й Егор 81, 22-й Фустиратор, 23-й Тима 347, 24-й Верфан, 25-й Мулис. Раунд. Хорош. Еще бросил микрофон. Ой, какой ветер неприятный. Ой-ой-ой-ой-ой. Вам-то еще бежать там. Сука. Фокс 5? Кого? Да, у меня 5. Жиза. Хорошая оценочка. А чё, Паша тоже 5? Чужая? Нет, Паша 1. А у кого-то опять последний выстрел. Паша, сколько? О, последний выстрел, Антон? Да. Хорош, у меня тоже. Типа-то указываем. Хорош, работаем. Не, там бустер был. Ща по коврикам восстанавливаются. Да, по коврикам не стирайте пока. Да. О, бегу за Антоном, а я за тобой бегу, Его. Том 0, я надеюсь. А я за тобой, Дора. 0, собственно, Дора? Чё, где? Капец, я стрелял в темпе Мугиса. 15-й ковер, 1. Чё, да, да, это я. А на 6-м сколько? На 6-м нолик. Фух. Дора, норм, что ты подходил только 21-м в стрельбе. Саша, Саша, отпишись мне, какие ковры тебе. О, Илюха. Его, да. Давай так. Да, зачем? Вот ты говоришь, что ты осрал быстрее меня, но я подходил секунд на 7 позже тебе. А вот сейчас вопрос. У меня. У меня. Я пробежал третий или второй круг сейчас? По-моему, третий. О, у меня в спринте так же было. Я забыл, какой я пробежал и бежал на рандом. Вот сейчас четвертый заканчиваю, еще последний круг. 0-0-2-0-1-0-5. Ой, как же тяжело бежать, когда у тебя буква А не работает. А чё у тебя? Не знаю, у меня она заедает постоянно, через раз работает, короче. Ужас. Ой, у меня на старой клавиатуре идея залипала. У меня просто в забор влетал. Да, я прямо сейчас остановлюсь и поставлю, хорошо. Фок, смотри, ветер был вообще, ну у тебя просто не залетало ничего, да? У меня вообще ничего не залетало, у меня столько там габаритов. Там. Да, не поставь все. На стрелочке, как Джекс. А ты пофан, который у нас за коврики. Ты можешь чистить ковры уже. Очищать. Я просто первые три промазываю, такой, ну, нет смысла дальше. Это у нас группа такая. Вот ты пофан, ты только отпиши, когда ковры почистишь, не знаю. Минус просто... фан. Господи, как же... Так будет... Как же хреново бежать за Дору, у которого полностью белый скин. Причем бежать уже второй круг подряд. Ладно, за ним. Короче, и... все почистили, отлично. Сева. А, вот. Ты слышал, да, то, что минус Ханна? Слышал, да, что он. Он вышел? Да. Жалко. О, я не последний. Ханна Монтана, а куда это писать? Финиш тайм? Да. Так, Ханна Монтана. And then the were 24. Вот так, начинали 25, уже 24. Это что, гонка на выживание или что? А чё? У него ж ноль был. А вот кто ноль делает, тут сходит. Ага. Может, у него просто вылетело, сейчас зайдет, наверное. Фокс заблаговременно 5 сделал, чтобы его не... Чё, мы капец вы быстрые, ребят. Да, я вообще... Я скорость. Наконец-то бегу не в Мугисе. Боже, опять... Паша, проснись, тебя Его обошел. Да не, не будет. Не, у меня не обходит еще Его. Вот сейчас обходит. Его гонки. Да я весь круг за в нем бежал. Парни, я вас даже не вижу. Мне-то столько стыдно. Меня американцы окружили. Кто там первый вообще? Первый? Сейчас, если я их найду. Кто там группу? По-моему, Фур. А, не, Костя. Костя, короче, первый. Фура. Вольво. Давай, Костянчик. А фиг их знает. Но они, у них там битва за первое. Его, садись за мной на льдах. Так, ладно.
Не. Еще бы попасть на льду, кстати. Еще попасть на льду. Надо себе спот получше для... Да, особенно когда впереди тебя бежит Дора. Сливается со снегом. Потому что я у себя впереди бегу, я тебя не вижу. Окей. Я сейчас тоже впереди. Я так понял, вы сейчас будете спускаться, да? Ну фиг знает. Мы еще до льдов не дошли. Не, просто... А мы с одним бежим. Не, ну есть кто-то... А, что? Че? А, ладно. Таблетки. Не представляете, как же кайфово бежать одному? Согласен. Это просто, это сказка, наверное. Я летаю один. Если бы не надо было называть промахи, я бы тебя поддержал морально, побегал бы около тебя. Промахи назови, и все. Ой, промахи, ковры, господи. Ой, ковры. Постоянно. Я тоже буду. Так, окей, через пару секунд начнется второй куплет. Второй раунд. Так, поехали. Первый Белофорка, второй Фур. Третий Фукарт. Четвертый Моки. Пятый Дед. Шестой Флокси. Седьмой Люкслоура. Проигрыш, видимо, музыкальный. Дальше. Восьмой Филиппек. Девятый Егор. Десятый Эпилептик Кит. Одиннадцатый Лэйзи Сквирл. 1, 2, 3. Двенадцатый Вирер Фан. Тринадцатый Херман Фан. Четырнадцатый Мугис. Пятнадцатый Его. Шестнадцатый Дора. Семнадцатый Тимофей. Восемнадцатый Антон. Сколько там вас еще? 5, наверное, да? 19-й Сосфокин, 20-й Кирюха 6, 21-й Фустиратор, 22-й Тима 347. Третий Илья, и я 24-й. Третий? 23-й Илья. 23-й Кристо Маквиль, 24-й... Ха. Блин, кто же может быть? Блин. Да, так, я все равно на 15. Угу, даже если ты меня там не волнует. Да-да-да, становитесь так, как я вам назвал. Да, я понял. Окей, Моки 0, Дед 0. Все надо диктовать. 3 Петра, 2 Люкс, 0 Белофорка, 1 Эпилептик, 0 Филиппек, 1 Егор, 3 Фукарт, 0 Верерфан, 1 Дора, 1 Антоникс, 0 Мугис, 1 Херманфан, 2 Тимофеш, 2 Егоплей. А Фукарт, на избегаешь? А, два раза подряд последним выстрелом. Кирюха 1, а, вот Аня, мы с тобой. 0, Фустиратор 0. Ах ты, Мугулу 0 закрыл. Тима 1. В каком ковре стрелял Фукарт? Да-да-да, Фукарт 2, все, окей. Чоля, ТН. Я 23-й, ху-ху! Шиша сошел. Блин, походу серьезная гонка на выживание. Ты так сейчас, нет, можешь... типа, смотрите. Ты на 24, не борешься уже ни за что, какой смысл убежать. Ну, знаешь, я же бегу. Борьбы за моста нету, если в других гонках было. Да Фокс, походу, действительно силы бережет, на пятый круг всех обгонит. Габарит. Ну, да, опять. А если его на круг не обгонят? Ну, не, смотри. Эва. А. А сколько у Фокина за две стрельбы? Фокин... 25. Сас Фокин, господи, где он? А вторая стрельба у него 0, я видел. А, вот, Сосфокин 2 плюс... 0. 0, походу. Ну, еще в таблице просто нету. Саша на листочек сначала переписывает. Да, 2 плюс 0, говорят люди. А че никого на питанку не стирай нету? Пока. Как да, мне Саша... Подожди, подожди. Саша отпишет, что всех записал, тогда... Ну, где-то 9-10 бежим, да? Я очень рад, но, к сожалению, не дотянул. Только Нурика не записал. У Нурика Вадика... один. Вадика один, да. Все, можешь чистить, Андрей. Вадик, да, у него все 2-0, да? Вадик 10-й коврик был, я даже помню. Блин, если бы не А, сейчас бы шел, наверное. Угу. А, я могу закрывать. Таблицу, если бы не 5. Мне нужно. Часы. Просто вся гонка против меня. Я бегу не на том фове. Я бегу без буквы А. Я бегу, я вообще не знаю. Меня подорвали здесь еще. Не готовился. Не надо. А, я так я тоже не готовился нифига. Так, ребята... Так, у нас... Хотя бы со своими настройками бежишь. Ребята, у нас friendly fire. Ой, friendly атмосфера, в смысле. Так что... Friendly fire. Кому? А ты побежать еще... Давайте, friendly атмосфера. Полкруга. Никаких тут... Да не, я просто как бы. Даже если ты я там был шестым и седьмым запасным, я вообще думал, что. Я вообще, блядь, медали, в страхе бегу. Медали, да.
Вообще, пойду сейчас на музыку слушать или мас проводить. Ясно. Билет в Тильтостан. Кого? Ну, Дани. У Дани. Дани нет. Да какой тих, я даже не... Типа, это просто... Он же даже не ожидал, что побежит. Да, типа, когда ты не ждаешь, что побежишь, это вообще нереально. Когда ты бежишь вообще не на тех настройках, на которых ты бегал. Спасибо, Питандр, я всегда знал, что ты меня поддержишь. Фокс, назад, давай. Ты должен стать круглым. Ты быдло? Нет. Я сейчас хочу остановиться и дать тебе мут. Я за тебя болею, давай. Фокс. Поздравляю, это будет первая твоя гонка, где ты меня обгонишь динамикой. Нет. Я проиграл за круг Ярику 15 секунд. Ну, у тебя... Я не могу бежать, пиздец. У тебя условия такие. Ну вот ты меня обгонишь, будешь радоваться. Не буду я радоваться. Он не будет Олег, радоваться. Хоть ты подожди. Он будет визжать. А что ты мне еще не обогнал? Я уже второй круг подряд в забор въехал. В смысле хотя бы одного, я уже двух обогнал. Он уже двух, да. Все нормально, все бегут на старт, у Фоксовича гонка на выживание. Нормально. А я обязательно выживу. А я врезался в пластилин под названием Фокстератор. Ого. Почему пластилин? А почему пластилин, да? Ну, потому что я как догнал его, влепился и обогнать не могу. О, ну это, кстати, хорошо. Ну, объяснил, окей. Ну, в принципе, по факту, объективно. Надо сходить в магазин, попросить пластилин. Нет, я бы назвал говно тоже. Вступил и не могу, блядь, вылезти. Ковры начинаются прямо сейчас. Первый Белофорка, второй Дед, третий Моки. Ковры начинаются прямо сейчас. Четвертый Филиппек, пятый Лази Сквирл, 1-2-3. О, вперед, Эстония. Там далеко осела, подожди. Пятый Лази, я сказал, да. Значит, Олег, мы с тобой одинаково. Я на второй к этой подхожу. Кто будет на ковре зловещей? Потому что я попал на все. 6 Мугес, 7 Виррорфан, 8 Эпилептик Кит Фан, 9 Егор 81, не Фан. 10 Флокси, 11 Фукар, 12 Фокин, 13 Херман Фан, 14 Люкс Лоура, 15 Дора, 16 Антоник, 17 Фустиратор, 18 Фур. А чё Фур так далеко? Три помаха. 19 Кирюха. Чё там по ветру? 20 Тимофей. Вперёд к победе. На первой 20, стрельбе. Да? 21 Его Плей. 22 Тима 3-4-7. И всё. Мой личный фаворит. Где он тут? Вперёд, Россия. Вот и хорош. Так, ладно. Я впереди. Лэйзи 1. Запишите мне штраф. А чё это? А я, по-моему, вторую стрельбу стойку стрелял. Виррорфан 1. Эпилептикит Фан 0. Егор 1. Мугис 2. Фукар 3. Ё-моё, я теперь 22-й буду. Да, блять! Дора 0. Фокин 0. Антон 1. Фустиратор 1. Антон, походу, последний. Фукард бездарь. Петра 0. Херман Фан 0. Кирюха 0. Ну, в смысле, не Кирюха 0, а стрелял. Ну, а что Фукар делает? No pun intended, как бы. Тим 347, Тим 2, Тимофеш 1, Его 0. Ну какой вы нули круете, алло, дайте шанс. Там был штиль. В смысле он обогнал Флокси? Олег, кстати, а ты где? Я за Дорой. А где Флокси? Я и так на первом. О, привет. Я уже на четвертую подхожу, не понимаешь, что ли? А, у нас еще один выбыл. Не можем. Походу, Флокси на гонку на... Вживание бежит. Так Джуси он не бежит. Так не, ДНФнулся, в смысле мне пишут Флокси. Паша, ну хоть ты меня не тормози. Не тормози. А я за вами бегу, кстати. Не тормози. Нет, за мной бежит Фустиратор. Но опять я за говорит. Вами. А ты далеко бежишь. Ну не сказал бы, что ну, говорит. Секунд 7. Один. У да, Фоксовича. Да, Даня, это не я, это не ты быстро бежал, это я за тобой сел и типа сам бежал. Так, Саша. Саша, что там по промахам? Понятно. Олег, давайте пропущу, чтобы ты не мешался мне. Можете чистить ковры. Я вам разрешаю, как повелитель чистильщиков ковров.
Тело нашло свое предназначение. Я сейчас бегу в как реальный бетонист. Я за тем сейчас и бегу в круг. Олег, пойди, пожалуйста. Сейчас ты бежишь один. Сейчас посмотрим, как я буду. Точнее, я за тобой бегу, еще и фустератора. Блин, гордусь. Все, я тут подостал. Достойная смена растет, так быстро ковры чистят. Это будущее Майнкрафт бетона. Сколько у тебя, Антон? Я за горы. Никто не сомнится. Болейте за своих дедов и мойки всяких. Да единички болеют. Ну пусть выздоравливают. Тоже двумя последними. Ладно. На двух стрельбах на двух стрельбах по последним выстрелам. Олег, у тебя два? У меня всего два. Фюра три, да? Да. У меня один, он за мной в секунде. Но он у меня один штрафной круг выпал. У него. Да и у меня тоже. С ним просто. Это ж не просто фур, это Петра Выхова, вы чё? Это Вольво. У Фюра три! Я тут чего вижу уже? Парни, привет! И он задание. Три ноля только у Моки, и все. Парни, я привет! Я так предполагаю, что он первый, да? Да. А что, а вот сторону на ластрин? Сейчас. И лидером плохой подпрыгнул. Вот мы подойдем, вот тогда начнется шторм. Так, ладно, ребят, все. Ради вас стараюсь. Сейчас я выстрелю в небо и на четвертой стрельбе будет шторм. А, фокс. Ребят, у кого есть слайдер? Выдайте слайдер, пожалуйста. На финиш. Ну, ты под керлинг. Какая-то. А. У тебя на первой стрельбе нормальные паттерны были или вообще полуговнечи? Вообще поели говна. Ясно, заговор против Фокса, все потому что он. Нет, я сейчас первый иду, не понимаешь? Все. Ну да, ты ж у нас гонку на выживание бежишь, я забыл, давай. Keep going, man. Keep going. Блин, я то за кем-то бежу. Как кто это убегает от меня так стремительно? Я. Ясно, Фокс. Сколько у Кирилли промахов? У меня не в таблице, я тебе сейчас не скажу. Три. Три. Кстати, я к вам приблизился. Ну не к Паше, а к Антону и Фустерату. Так. Паша... Да я обратно к Паше приблизился. Опять мы вместе с Юром. А, вот Денис Семенов, я тут хотел спросить, где он. Итак, первый Моки. Да, привет. Я секунд на 5 за круг от Кирилла встал. Тачка. Ой-ой-ой. Так, второй Белофорка, третий Дед, четвертый Филиппек. Пятый Лейзи. Лейзи вперед. Шестой Эпилептик. Хорош. Эпилептик. Давай, Вадим. Седьмой. Люкс Лора. Восьмой Сосфокин. Дима, вперед. Девятый Герман Фан. Десятый Фур. Одиннадцатый Дора вперед. Двенадцатый. Ой, не пятнадцатый. Тринадцатый Верерфан. Егор, 12-й, если не было слышно. 14-й Кирюха. А эпилептик 2 из 4, да. 15-й Мугис, 16-й Антоникс, 17-й Фустератор, 18-й Егоплей. Это что за десант США? Так, сколько там еще? А что там на стрельбе происходит? 19-й Тимофеш, вперёд. Моки 0? Филиппек победа. Филиппек? А хотя непонятно, они будут бороться с Моки сейчас. 20-й Фукарт. А чё Фукарт здесь забыл? Ладно. Так 3 плюс 3 у него там было. 21-й Тима. У него, по-моему, 2 было. Я 15-й. 21-й 16-й. Так, есть ли смысл вообще смотреть, кто 22-й? Да нет. Of course not. Так, всё, ладно. Проверка на читы Фоксовича. Да чё, подожди. Поздно. Я уже подождите, парни. Ну, наконец-то. Ой, парни, простите. Фоксови, чуть-чуть сбегает. Я не момент. Дарт-боевик. А Дора, да ё-моё, Дора опять впереди. Ещё и Фюр. Ещё и Фокин сзади. Так, всё, хорошо.
парни, ну дайте шансы, пожалуйста. Мне Паша, там. Мугис 2, Пустиратор 3. Такие габариты. Ой. Спасибо, Тимофей. Фан 0, Сосфокин 1, Кирюха 1. Ну вообще мне интересно. Фур 1, Дима 0. Дальше я уже не смогу. У меня все равно штраф будет. Че, Тимофей тоже сошел или че? Вот какая вам? 1, Тимофей ДНФ, получается... Саша, если ты там в таблице, запиши Тимофежу и Флокси ДНФ. Потому что, да, они ДНФ. Я не понимаю смысла бежать до четвертого рубежа и ДНФ, ну ладно. Какая борьба за первое место? У нас есть борьба с Фюром за какое-то место, даже не знаем какое. За почетное, Миш. Показал. Да, за уважаемое. За всеми великое. О, Раду. Блин, да уже третий, четвертый круг за тобой бегу. Фокс 0. Ну он там, получается, ты не готов к дуре. Очень вовремя, кстати. Так, Саша, ты там это... Нет, пиши, когда... Все, чистите ковры. А зачем там, я финиш уже? Да, все равно, чистите. Если вы насрали, надо чистить. Напиши, чтобы... Если вы написали, напиши, чтобы... А как мне, бродкаст писать? Да. Чтобы время, да, писать. Не, ну слушай, я вам облегчу работу на первом рубеже, и за мной говно чистить не надо было. А, меня даже так Дима забулил. В смысле? А, я когда 5 сделал или 4, он такой, вот знаете, респект Мише за то, что он сделал 5. Не засрал коврик. Чё, хватит. Ну так респект же. А что, Миша, неправда? Ну, так-то по факту. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я как, где-то фустиратор. Бля, интересно, где меня кто-то есть, просто я бегу и обнимаюсь со всеми заборами и блоками. А там... Ничего себе! Там Лазя с Вадиком борется. Да не борется. Скорость Вадик, держи. Вадик, держи. Вадик третий? Вадик четвертый. Сука. Третий Лейзи. Опять этот набор. Дима, обернись! Фокин, а во фаерплей ты мне поддержишь? Да, никого нет. Я не слышал про время. Нет, ты... Я тебя видел. Привет, Фокин. Все борются за позицию, а Фокс такой, я тебя видел. Ребенок радуется мелочам. Вдруг он меня больше не увидит. Первого знает. Фактом. Так я тебя еще ни разу в жизни не видел, поэтому... Я тебя, слава богу, не видел. Зато я его видел. Видно. Асу, асу. Я шучу, Фок. В ближайшее... Вот одну красную кнопочку под столом Владимир Владимирович нажмет, и все, тебе капут. В смысле красную карточку? Он выберет так-то карту. Я сказал кнопочку. Как карта ляжет? 6 эликсира? Это что, голем какой-то? Или сколько он? Пойми, голем не 6 эликсиров стоит. Так это же вроде ракета. Голем 8. Ракета 6. Да. Гигскелет, самая лучшая карта. Так ебать, у него вообще эликсир не должен успевать восстанавливаться такими темпами. И он этих гигскелетов пустит за 6 эликсира еще. Да скоро он чечены будут уже. Эликсир молодости. Так, у нас уже финиш близко будет. Ой, парни, как же я хорошую территорию взял, вы даже себе не представляете. Чё, с трассы сбежал, что ли? Здорово, очень рад за тебя. Яга, давай, обгоняй. Ил, по-моему, убрал. Кто-то большой был. Я приблизился. Так он же в миксте со Сфокином взял, или я что-то путаю? Мы выиграли. А, забыл. Точно. Кому вы врете, что не 2 выиграл, я помню. Кто там выиграл? Вот сейчас уже финишная прямая. Ну, сейчас точнее. Победа, Филипп. Господи, Фюр, не обгоняй. Так, Саша, готовься. Пугай, ты мне не, так и не выдал слайдера. Ага. В смысле, Моки первый. Моки первый? Он успел выйти с рубежа? Он успел от Кракена сбежать, да. Так, капец. Чё, Моки первый, рано? 29 Моки, 29-31 Филипп, я попрошу всех быть тихими. Скажи, завалите ёбло. Продакшн, не бегай, пожалуйста, здесь. 29-38 Лейзи. Ой-ой-ой, тут... так, 29-45
Белофорка 29-46, эпилептик 29. Кто сейчас финишировал? 29-46. Сейчас я вот. 29-54 люкс. Еще штраф запиши мне. Сколько там за стойку Лёшку? 30-02. Точно у тебя штраф? Да. Вадик, ну, у тебя там быстрее был этот. По-моему, минута. А по-моему, 30 секунд. А может, вы сначала посмотрите запись как-нибудь, не? 30-16 Верфан, 30-17 Фур, 30-18 Дора, 30-20.